Всем привет, ребят! Сегодня я Матео. Да, это уже второе видео сзади. Да. Мы играем симулятор ЕМА. Меню, настройки. Короче, поезд. Причем здесь, в симуляторе ЕМА, вот этот поезд. Причем деревня здесь. Ладно. А, понятно. Колеса энергия. Зачем нам тепловоз М62? Метровагон юбилейный зачем? Номерной Питер. Питерский. Ладно, давайте на самого... Ой. Это было до самой... Это... Что за ерунда? Ограничение 80, понятно, его никто не будет соблюдать. Поехали! Биг трактор! 90! Вот трактор со звуками трактора. Все. Давай! Я не представляю, что это за дичь! Ежан какой-то город! Едем 130, нам норм! Гонщик нелегальный! Как он... Нормально, это вообще. Я ничего не понимаю! Что это за дичь? Почему у нас задний вагон улетает? Объясните, что делает М62? Со звуками. Др-др-др. Трактор. Что это? Что это? Игра не выдержала! Игра не понимаю, что... Я спокойно еду! Куда я собрался? Я не понимаю! Ребята, объясните! После этого видео, пожалуйста, поделитесь с моими друзьями в ВК или в Одноклассниках, потому что я это говорю, но надо над этим поржать. Это что такое? Я дрифчу на нем. Это реально гонщик нелегальный. Да почему он у меня дрифтит? Со звуками трактора. Фары даже не работают, Ганя. Звуки какого? Это что такое? Ладно, давайте берем этот М62 и возьмем вагон, метровагон, ЕМА. Так, ребят, мы в главном меню. Я никогда не хочу М62. Все, пожали, и хватит. Давайте возьмем юбилейный. Реклама. Ребят, я взял эту дичь. Раньше это еще было дичайше. Давайте. Понятно. Подождите, ребят. Так. У нас здесь есть задний ход. Задним ходом. Сколько можно делать звуки от трактора? Кстати, все, наш поезд сошел с рельс. Ладно. Хотя бы у кабины что-то нормальное. Интересно, куда поедем? Это что за покемон? Это
сядьте на вагон. Нормально. Нормально, давайте переключим камеру. О, мы на втором вагоне. Не, ребят, это полная дичь. Ладно, давай. А вот, смотрите. Да. Все, поехали. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция. 200 километров в час на Юбилейном. Не знаю, ну куда поедем? Прямо. 160 метров вагон Юбилейный едет. Объясните, ребят, вы видели такую бешеную скорость на Юбилейном? Я нет, я только на Ласточке видел. Ай, лаги. Чтобы вы понимали, это дичь, я вам никогда не буду этого скачать. На поворот не войдем. Как это нереально. Ай-яй-яй, опять расцепились. Что это? Что это за дичь? Ребят, я давайте сменю на Еван, чтобы было еще веселее. Ладно, в главном меню. А, надо этими внутренностями не парить. Подождите. Если что, здесь очень много рекламы. Ухо-хо-хо! Вы когда-нибудь, те, кто из Киева живут, те, кто в Киеве живут, вы когда-нибудь видели такие фары от Нима, видели? Я вот нет. Ладно, поехали. Только назад поехали. Многие скажут, почему ты не открываешь двери? Да их не тут не открыть. Вот задом, вы думаете, он не едет никогда. Тут скорость еще какая-нибудь высокая. Кстати, мы на стрелках очень хорошо подпрыгиваем. Все, как говорится. Это когда этот... закрыт этот свободный проезд. О, как подкинул. Я не знаю, это просто, это, ребят, просто надо скачать поугарать. Раньше этот путь разбивал скорость 210 километров в час. Я просто не торможу на станциях, это нереально. Вот почему я говорю, это нереально. В повороте зайдем. Сзади огни горят. Ой, какой мощный. Ребят, я просто не знаю, я сейчас, наверное, возьму М62 и просто ради интереса сниму с него этот вагончик и поедем на другой карте. Подождите. Меню, я карту, значит? Я мой вагон? И поехали. Типа СМ-62, производство 60-х годов прошлого века, развивает скорость 130 км в час, и почему-то он по случайности сходит в средь колесиком. Ну когда я видел вот такой турбутик? Еще с Октябрьской железной дороги. Мне кажется, это более на Ямал гарни. В кабине руль. Знаете, для чего нужен руль? О, ну видите, вправо немного. Там, давайте вправо немного. Если там влево, давайте немного влево там. Нет, это не за это контроллер. Я не понимаю. Это как?
кто это делал, он явно был ненормальный. Я же говорю, я если возьму Ямаю, тут по-быстрому просто погоню. Я думаю, здесь будет то как раз самое на М62, оказывается, на прошлой карте. Так, ладно, сейчас подождите. Чтобы попасть на карту, надо уже смотреть рекламу. Это же, я как понял, а-ля синергия. Поехали. Ребят, знаете, что мне напоминает? Сейчас скажу. Метровагон ВК. Он очень... Ну, как? Часто просто этот... Google нельзя на нем загуглить. Просто, что это за дичь? Где проработанная кабина? Почему у нас нет перегородки? Что за дичь? Кто придумал эту вещь? Если ты мой подписчик, напиши в комментах. Ну как это возможно? Нет. Эй, у меня уже колеса уже сходят с рельс. Ай, ну колеса, ну не прям. Давай где-нибудь сойди на жесткому. Тормоза. Которые... Я, ребят, понимаю, когда там создала какой-нибудь адекват, еще бы было бы лучше. Но когда я создала какой-то непонятный чем. Где М62 едет со скоростью 130 км в час. И просто в метро его быстрее. Просто быстрее. Да 163, а там он 132, там, ну, на 31 там. Ну, короче, много. Ограничения нам все равно. Я думаю, кто скачает эту дичь, тот поймет, почему я не хочу вам это рекомендовать. Я хочу вам по две причины не рекомендовать. Полный отстой. Нет, смотрите. Просто это вообще. Явно же мы сейчас поедем с... Ну, все равно. Типа... Да. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.